Шайтан на самом деле очень искусно вот этими мирскими делами он заманивает. Он говорит, это будет, да, вот милость Аллаха, он же сказал, это моя тяна, безгранична. Ну, если он захочет, он бери салат. Зачем тебе, как говорится, напрягаться, да, лишний раз? Но на самом деле, если бы все было так легко, то нашему пророку, саллаху алейхи вассалям, Аллах бы не приказал, что делать? Намаз читать, не приказал бы ему ураза держать, не приказал бы ему садаха давать. То есть человек, которому при жизни были прощены все его грехи. А мы, которых судьба висит на волоске, да, неизвестно, только Аллаху известно, да, куда мы попадем. Если мы на свои деяния реально взглянем, то мы тоже поймем, да, куда нам, в принципе, путь заказан. Надеемся на какую-то мелкую вот эту надежду, которую шайтан нам разрисовывает, что мы туда попадем. Но раз Аллах приказал своему рабу, которому все простил, молиться, просить, усердствовать на пути Всевышнего Аллаха, то же самое здесь. На пути Всевышнего Аллаха мы должны что сделать? Максимум приложить усилий.